Я влюбленным поле постелю, пусть живут во сне и наяву. Я люблю, и значит, я дышу. И я дышу, и значит, я живу. Строчки всем известной баллады о любви Владимира Высоцкого стали не только прологом к действу, но и отражением всего творческого пути этого по-настоящему светлого салдинского артиста. Несмотря на молодость, Александр Скрипин сумел стать лауреатом нескольких международных конкурсов, а также завоевать симпатии множества слушателей. Неудивительно, что его первый сольный концерт в родном городе вызвал настоящий фурор. Полный зал поклонников, огромные букеты цветов и громкие овации – все как у больших звезд эстрады. Да и держался на сцене талантливый заводчанин более чем достойно. Ничуть не хуже любимца публики Стаса Михайлова. Множество хитов и шлягеров прозвучало в этот вечер со сцены ДК «Агаркова». От академических произведений на стихи Пушкина до современных попсовых мелодий и рок-н-ролла. Александр показал себя как универсальный исполнитель, одинаково здорово выступающий с детским хором и в компании рок-группы «Доктор Шанс». Подходим к такому концу, классному просто. Сейчас будет звучать следующая композиция «Только ты!» Настоящим хитом прошедшего концерта стала песня под названием «Олимпийский огонь». Этот совместный труд салдинцев Александра Лесневского и Сергея Иванова по результатам общероссийского конкурса был признан лучшим олимпийским хитом и прозвучит на Сочинской Олимпиаде 2014. Значит, скоро и мы обратим свои взоры на юг. Там, где вспыхнет огонь олимпийского факела Сочи. Километрами трасс опоятся на тело земли. Опоятся на время секундами и нижним спутом. И настала пора нам увидеть, как где-то вдали зажигает на Сочи заря олимпийское утро.
олимпийский огонь, негасимая вера в мечту. Олимпийский огонь, поединок закрыт за право. Поединок, где каждый познает свою высоту. Примеряя с душа на ступень своего небеса. Флаг окрашен цветом рассвета, и весы идет. Будет гордо побит об отчетом и финишный строчек. И другие всего удержаться от радостных слез. Нам позвук российского гимна над городом Сочи. Олимпийский огонь, негасимая вера в мечту. Олимпийский огонь, поединок закрыт за право. Поединок, где каждый познает свою высоту. Примеряя с душа на ступень своего небеса. Олимпийский огонь, негасимая вера в мечту. Олимпийский огонь, поединок с открытым забралом. Поединок, где каждый познает свою высоту. Примеряя свой шаг на ступе своего пьедестала. Поединок, где каждый познает свою высоту. Примеряя свой шаг на ступень своего небеса. Примеряя свой шаг на ступень своего небеса. Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании. Александр Скрипин сумел подарить салдинцам настоящий праздник и получил за это заслуженную благодарность. Будем надеяться, что подобные мероприятия в нашем городе станут традиционными. А Александру пожелаем дальнейших творческих успехов и вдохновения.